Всем привет! Продолжение сюжета о том, как подобрать скорость. Меня зовут Рикасти. Во время съемки предыдущего, где уже шел процесс, закончилась кассета, поэтому снимем, поэтому начнем заново с того момента, где мы уже на питч-контроле уменьшаем скорость. Повторюсь, мы в предыдущем сюжете мы определили, что трек, композиция на проигрывателе 2, она у нас спешит, вот, и что надо уменьшить ее постоянно скорость и выровнять ее со скоростью трека на проигрывателе 1. Вот, как мы это будем делать? Мы запускаем бит в бит, вот, чтобы они не разошлись сильно далеко, за барабан притормаживаем и параллельно второй рукой на питч-контроле уменьшаем скорость постоянную. Постепенно, то есть как алгоритм, запустили, начинают расходиться, притормозили за барабан, убрали на питч-контроле, слушаем дальше. Слышим, что опять начинают расходиться, опять притормозили за барабан, уменьшили на питч-контроле. Чем медленнее они расходятся, вот, тем меньше мы легче притормаживаем и меньшее значение убираем на питч-контроле. Вот, теперь все это на практике. Поехали. Так, как и в предыдущем сюжете. Первый удар. На этом треке, который мы, скорость которого мы подбираем, началась яма, поэтому, ну и как мы уже слышим, уже расхождения очень-очень незначительные, поэтому, чтобы как бы сделать окончательную проверку, запустим сначала. Выравниваю. Третий контрольный, уже они практически не расходятся, вот опять началась просто яма на втором проигрывателе. И теперь то, чтобы однозначно точно проверить, запустим и послушаем. Подравниваем. Звучит плотно, теперь проверяем, ждем. Ну вот, слышали, под конец начался уже такое легкое дробление, ну довольно даже и не легкое,
Вот, уменьшили опять на pitch контроля, и в принципе можно сказать, что скорости мы уже подобрали. Вот, теперь наведу на себя. Вот, теперь еще раз, два других трека абсолютно с самого начала. Вот, еще раз пробежимся по последовательности. Запускаем бит в бит. Если это не получается, запустить бит, потренируйся на одинаковых треках. Когда научился запускать бит в бит, после того, как вот переходи на выравнивание скоростей. Вот. Берешь один трек на один проигрыватель, другой на другой проигрыватель, запускаешь удар в удар и слушаешь. Трек начинает убегать, да, тот, который ты запустил. Ну, или убегать, или опаздывать, ты пока этого не слышишь, куда он убегает, вперед или назад. Ты просто наугад притормаживаешь. Если вот эта каша, она еще больше усилилась, значит, ты ошибся, и тебе надо не притормаживать, а в следующий раз подогнать. Вот, то есть подтолкнуть. То есть вначале тебе нужно определиться, в каком направлении двигаться. Притормаживать этот трек или его, наоборот, подталкивать. Вот, то есть он спешит или опаздывает. После того, как ты это определился с этим, одной рукой притормаживаешь или подталкиваешь, а второй рукой убавляешь или добавляешь на pitch-контроле, то есть меняешь постоянную скорость до тех пор, пока она не выровняется со скоростью играющего трека. Теперь все это вот на двух других треках. Вот мой первый удар. Я начал притормаживать, каша усилилась. В следующий раз я буду подгонять. Как видите, все правильно, я начал подталкивать этот трек, и каши у меня нет. То есть только он начинает чуть опаздывать, я его подтолкнул, и они опять звучат вместе. Все, я теперь точно выяснил, этот трек у меня опаздывает, и я, моя задача, не дав им разойтись, очень основательно, я по чуть-чуть прибавляю постоянно скорости на pitch-контроле. Поехали! Здесь первый удар. Ничего не слышно, все гудит, все пердит. Звучат вместе. Thank you.
Оп-оп-оп. Сейчас где моя кнопочка? Есть кнопка. Вот такая вот система, вот так вот оно делается. Если что-то было вдруг непонятно, не видно на видео, если что-то вдруг не ясно или еще что-то, пиши в комментах как-то это обозначь, что именно было непонятно, но так оно и делается. То есть все в сравнении. Один трек у нас как бы базовый, он играет, второй мы подбираем. Запустили, определили, тормозит, опаздывает. Ну и дальше, как рассказывалось в видосе. Спасибо за внимание, это я, Рик Касти, и получайте кайф от того, что делаете. Адиас! This is what happened, this is what I like.